Благодаря открытым в ряде учреждений образования в рамках регионального проекта «Современная школа», национального проекта образования, Центром образования гуманитарного цифрового профиля и точка роста появились новые возможности для обучения славянских школьников. Настоящей точкой развития стали для 28-й школы станицы Анастасиевской кабинеты по биологии и химии, а также физике, оснащенные современным оборудованием, позволяющим улучшить процесс обучения. Кабинеты центра «Точка роста» распахивают дверь в мир современных цифровых технологий перед ребятами и, конечно же, содействуют их всестороннему развитию. Цифровые датчики и достаточно сильные микроскопы позволяют учащимся расширять свои горизонты познания. Мы можем измерить разнообразные условия окружающей среды и температуру, и давление, что позволяет детям в повседневной жизни использовать это оборудование и тем самым обогащать их уровень знаний. Раньше мы работали в большинстве с картинками, и теперь дети с помощью этого оборудования могут вживую увидеть, как происходят эти процессы. Они могут найти закономерность, они могут изучить любые сложные процессы более доступно, более наглядно. Школьники с юных лет дружат с техникой, знакомы с различными электронными гаджетами, и потому для них точка роста – очень важное и притягательное место. И на уроках физики они сполна используют открывшиеся возможности. Комплект новейшего оборудования позволяет ребятам и педагогам сделать настоящий рывок в образовании. Большое значение имеет и высокая квалификация учителей, овладевших новой техникой. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, Константин Монастыренко. Программа «События».